Чувашии продолжается всероссийская перепись населения. За первую неделю почти 400 тысяч жителей республики заполнили анкету. Принять участие в переписи можно тремя способами. Дождаться, когда к вам придет переписчик. Посетить стационарный участок. Всего их в республике 370. Или самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг. На утро 25 октября в республике на портале госуслуги переписали 154 тысячи человек. Это порядка 13%. Участникам всероссийского учета необходимо ответить на 33 вопроса. 23 общих – пол, возраст, образование, семейный статус, национальность. Еще 10 касаются жилищных условий. В среднем на заполнение анкеты вы потратите не более 25 минут. Переписаться в онлайн-формате можно до 8 ноября. Сама перепись продлится до 14 числа.